Всем привет! Сегодня с вами Сава. И Траумен, привет. Мы продолжаем играть в Reaper of Souls. Сегодня в первом акте нас насложит Торment 1. Будем выносить мобов. Женя сделал очередной трансмог. Давайте покажу его. Такой зеленый. Зеленая мечта Робин Гуда, в общем. Сладкая. А, кстати, обратите внимание, у Жени 99% до, собственно, 1%. Я 99%? 99% до следующего... Фу ты, господи. В общем, у него остался 1%, чтобы апнуть 109-й прогон. Ура! Это будет как раз-таки в этом видео. По поводу билда, Жень, у тебя как-то есть какие-нибудь изменения? Нет, я все ставил как было, кроме взял попробовать волка. Вместо кабанчика. Будет, в общем, подувать нам. Я тоже сменил одну айдуку. Вместо метеорита поставил slow time с руной на увеличение скорости на 10% ваших союзников. В общем, попробуем потестить купол, вот, который нам будет уменьшать атаку наших противников на 20%, замедлять их скорость на 60% и снижать скорость полета стрел всяких снарядов на 90%. Действует он 15 секунд, и кулдаун тоже 15 секунд. Такая прикольная штука, попробуем с ней поиграться. Вот, и прежде чем начать, хотим заэнчантить один легендарный предмет. Это пояс, который я выбил в прошлом видео. Попробовать шок-пульс перековать на какую-то какой-то стат, да, который будет мне более профитным. Более профитным мне будет электрокьют 10-15% процент к жизни, либо все, наверное, потому что ЛПХ, точнее ЛПС здесь не очень большое значение, 726-990 и резисты максимум 100. В принципе, резистов у меня дофига, а уже не еще и больше. Да, Женя? Сколько сейчас резистов? Резистов? Смеешься? Да. У меня 1000. 1000? Ну, слушай, у меня 1500-1900. Ну, так кто-то играет за сорку, у которого мейнстат интеллект. Ну, а да. Мне резисты набрать, мне тяжело. Интеллект, кстати, у меня аж целых 6489, а вы 69. А это нормально. От 6 до 70 тысяч это вполне нормально сейчас. А, ну, в общем, давайте попробуем. У меня 6,492 ловкости. Ну, нормально. Вполне нормально, да. Это нормальные цифры. В общем, у меня есть 4 Forgotten Soul, забытых души. Ну, вот, давайте попробуем. Стоит энчант 194 тысячи. О, кстати, выпал электрокьют с первой попытки на 13%. Ну, так вот, посередине, 10-15. Вот, и понижение уровня на 24%, на 24 уровня, ну, в смысле этих левела, понижение предмета. Давайте возьмем электрокьют. И, наверное... Опа, зависло, что ли, все? Что именно? А, слушай, да, слушай, пинг вообще жесть. У меня теперь поднялся тоже 564. Это, видимо, у них где-то болезнь на канале. В общем, давайте оставим. Вот это называется электрокьют, и теперь его будет урон носить на 13% больше. Вот. Побежали? Побежали, побежали. А, у меня, кстати, нет никакого трансмога, так что старая сорочка с прошлого видео. Вот. Старая, старая сорочка. А зачем мы бежали, скажи мне? Вот, у нас есть же карта прекрасная. Слушай, а я по привычке до сих пор. Не всегда, правда, но... Пойдем в The Weeping Hollow. As you wish. Да. А звание волка... Слушай, это не мой. Я тебе точно могу сказать. Ой, ой. Кстати, друзья, еще буквально секундочку. В Storm Armory я тоже заменил руну. У меня стояла вот эта, которая, собственно, критические шансы наносили... Давали шанс, чтобы... По врагам ударял молния, да, носил 51% от оружия. Теперь я поставил первую руну, которая при атаке дальнобойных и ближних атак, короче, сейчас Женя там уже сражается, а я тут болтаю. Я не дождался. В общем будет вылетать молния, да, при атаке мобов меня. Вот, так что такая штука прикольная.
Вроде он должна прокать почаще, чем последняя руна. В общем, посмотрим, протестируем. Сейчас, мне кажется, я упаду. Ой. Я какую-то взял... Тот сам, господи. Ачивку. Это slow time ты взял. Ну, наверное, да. Слушай, электрокьют стал побольше выдавать вроде. Хотя... Ну, смотри на циферки. Смотрю, капитан. А вот так. А, миллион, миллион, миллион сто. Не, я говорю, загляни теперь в меню персонажа. А куда именно? На ДПС. А, да, что 16, а что ты сделал? Это волкшик дает, да? Угу. Прикольно. То есть, друзья, мы будем делать вот так, потом делать вот так и бомбить их всех. ДПС у меня в куполе 695, если стоять на месте. Ой, 759 вместе с тобой, Жень, вообще офигеть. Вместе со мной. Ну, видишь, в чем дело, у него свой кулдаун, поэтому... Поэтому по максимуму, но посмотрим. В принципе, резистов мне хватает, потому что у меня много отхила. Ну смотри, мне кажется, это неплохая тема, а перестакивать купол где-нибудь в центре врагов, и ты будешь крутиться там вокруг этих врагов внутри купола. Пожалуй. Сейчас надо, да, в общем... Надо сейчас найти какую-нибудь злую элитку. Элитку, да, которая что-то бросает под ноги. Ой, зараза. Вот, и тогда мы уже точно поймем, насколько она профитная. Слушай, ну этих товарищей вообще быстро. Что-то да, очень быстро, я бы сказал. А вон наша цель, кстати, нам нужно убить какого-то конкерота. Вот, сейчас мы это будем делать. Сух. Ух ты, когда. Это маленькие молнии от него. А, смотри, их какое количество. Купол, не ставь на него, не ставь на него купол. Не ставь, я не ставлю. Смотри, ничего. Они в нем. Вот ты в них влетаешь и сразу умираешь. А чё такое, рефлекс, что ли? Или что? Нет, это молнии маленькие, которые он всегда отражает, но из-за купола они не могут тут лететь, и мы ловим, да, их так диким количеством просто сразу. Все, я понял, да. Забавно, кстати. Ну, есть свои издержки, да. Да. Никакой отхил не перебивает. А 12 было от шардов, 47 тысяч голда, 340 тысяч экспириенса. Мы завершили первое маунти. Все, кончились. Все. На кладбище? Пошли на кладбище. Ой, слушай, блин, ну чуть-чуть не хватило на самом деле. А я уже сбежал, ничего не знаю. Я тебе турели оставил. Вот так, у нас склеп. Мне, наверное, проще будет добежать до тебя, потому что я тут уже согрел половину локации. А я вот соврал. Воет на самом деле волк. При входе в локацию. Ну да. Кому еще-то? Так, и здесь нам нужно... Да, в склеп. Пошли. А в какой? Вот в этот. Это не я, это он. Это пятница, Женя, это пятница. Слушай, у кого-то пятница, кому-то завтра на работу. Да. Напоминай мне. Ладно, не буду. Ну ты сегодня отдыхал, а я сегодня работал, так что нормально. Да, сегодня другие ребята работали. Свыкнись с этой мыслью. Ну как тебе этот самый молнии? Он сам чаще бьет, как по твоим ощущениям? Я не смотрю на твои молнии. Грешно, конечно, я понимаю. Я должен присматриваться, но... Ну смотри на мои молнии. Посмотри на мои молнии. Так. Так, нам здесь нужно завершить ивент вот с этим привидением. Вот. А, кстати, друзья, такая штука еще, это аффикс от моего пояса, если я буду... У меня в куполе под волком 925к. Нормально. Ты видишь, какой хороший купол. В общем, такой аффикс, да, при поднятии трупов, открытии сундуков, мой дамаг увеличится на 10%.
Ой, на сколько там, я уже забыл. Сколько? На какие 10? Вдвое он Вот, увеличивается. он на 100% на 10 секунд. Вот так вот. На 100%, то есть у меня там ДПС где-то, сейчас это нужно посмотреть, сколько он будет в этом самом, в куполе. Это какие-то баснословные цифры. Ну, вангую лям 900 примерно. Вангую больше. Хотя, ух ты, сколько Хотя же если это. еще и бафом волка сделать это, может быть и больше. А то есть он у тебя как бафы тут сам всегда получается или как? Нет, при прожатии. Но у него кулдаун 30 секунд, и на 10 секунд он увеличивает урон на... Сколько он там? На 30%. Это что? Это к хилингу, мне 35%. Это я... Ко мне 67 не хочешь? Нормально. Так, а что нам Кому куда сделать? пошли А, вообще, мы здесь да? все сделали, да, пойдем в Yes? леса. Угу. А, главное, чтобы скелет до меня не успел дойти. Он очень медленный, поскольку скелет. На самом деле зомби медленнее. Надо было зомби найти. И не пускать, да? Так. Шрайн. Что-то у нас куча мобов. Сейчас их приведу. Пригодятся. Пошли, 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 пошли. На самом деле, я сейчас подумал, что в куполе мне атак, в смысле урон будут меньше наносить. То есть мне нужно сменить на самом-то деле руну, которая на этом доспехе грозовом, на другую, которая от каше критикует этими самыми молниями. Потому что, мне кажется, она будет Да. профитнее, потому что я как бы в куполе стою, меня там вообще никто не трогает, считай. Ага, ГЦ, ура, Упал ура! 109-й парагон. Это, если мне память не изменяет, третья обожженина. Я, по-моему, пришел 106-м, да. После распределения у меня был. В общем, друзья, я сейчас сменил руну, да, которая от критшансов будет наносить удар молнией. Вот, так что, мне кажется, она прикольнее будет. Вот я в куполе стал, все замедляются вокруг, и мне только остается. Правда, эти удары, они бьют по ближайшим врагам, да, которые находятся рядом с вами. Но все равно прикольно. В общем, мы на самом деле находимся в такой стадии, что оттачиваем билды, чтобы они максимально профитно работали. Даже Щупаем. щупаем. Мы щупаем билды. Да, хочется прийти к какому-то такому, подстроить его под текущие аффиксы, хотя сейчас легендарные аффиксы легендарных предметов, но пока, собственно, этих аффиксов не особо много. Вот, и мы можем Я себе. бы сказал 0,0. Ну, в принципе, да. Ну, А, не, пока. вру. Вру, у тебя в поясе что-то есть интересное. Ну, в поясе там, в принципе, под билд это никак не подстроишь, там нужно поднимать трупы. Надо воскрешать некроманта, да? Вводить Ага. его в игру, и ты будешь за ним бегать и поднимать трупы. Кстати, да. Вот, смотрите, друзья, я там сейчас возьму труп. Жень, давай попробуем Я уже сейчас. прожал волка, давай, ставь купол быстро. Мне надо взять сначала этого самого, потому что я ни хрена не вижу. Тогда уже все. Волк свалился. Я стою прям в луже, мне все равно. Купол не хочу ставить, чтобы кулдан, хотя все равно можно поставить. Что-то ты расслабился, я смотрю. Ну, в Купол я общем, не хочу ставить, это я не хочу ставить. 1 200 000, но это На. 400 600, 1 400 000, все, поздняк. Ну, в общем, там Нам два моба, вон они. порядка 1,5 миллионов, но это на 10 секунд со всеми бафами. Хо-хо-хо, 3 штуки осталось ровно. Иха, мы выполнили это задание, идем дальше. Кингслайер. А А, чё? Савор один. Угу. Кстати, Пяшный причем. кто пяшный? Синий двуручный меч. О. Кингслайер. А, вот, друзья. Стой. Ну, ладно. Куда? Что? Зачем? Да, уже ничего. Уже ничего. Уже ничего. Да я хотел Да я посмотреть. уже понял, что ты хотел в момент, когда я поднимал.
иди сюда, заходите. Так, Женя там Welcome. Женя кого-то там поймал. Отлично. Ой. О. Опять. Что? Хм. Ну а что, ты посмотри, что там творится. Не ставь купол на эту элиту. Не ставь купол на эту элиту. Я дохну в ней в момент вообще. Все, все, ладно, больше не буду. Я только вижу здоровье, так. А, там тоже молнии эти, да? Слушай, они как назло. Да, да. Как назло стали нам сам сыпаться. А они и были, кстати, весьма-весьма больно кусались, а когда их в таком количестве, конечно. Так, друзья. И, наверное, на Diamond Skin, на алмазку я поставлю руну все-таки, которая взрывается, поскольку мне кажется, она будет намного профитнее, потому что, собственно, до меня сейчас монстры будут меньше доходить. Это Diamond Shards. Наносит 8,63% от оружия. Вот, посмотрим. Угу. Осколки, которые? Да, потому что я, в принципе, буду ставить там в куполе и так вот делать, смотреть, сколько сейчас будет ДПС. О, по 5 миллионов не хочешь от взрыва? Это с волком. Ну, не суть важно, вообще. Оно все равно достаточно часто, поэтому... Почему нет? Давай, пользуй. И, пожалуй, я, наверное, если мы не пойдем в ближайшее время на более высокие торменты, я пока оставлю волка. Там, кстати, элитка слева. Потому что плюс 30 к урону, это прошу. Ну да, да. Правда, кулдаун в 30 секунд, но... Ну так 10 секунд она действует, 30 секунд. Кулдаун. 843 тысячи. Под твоим... Опять. Волком. Не чего? Ставь на него купол. Слушай. Третий раз уже. Что такое? Потому что я говорю, я лицом ловлю все то, что из него вылетает. Лицом. Хотя я и так ловлю. Ну вот, я про то же. У тебя там отхил должен быть нормальный же. Отхил, когда ты ловишь сразу 5-6 этих маленьких молний, ты не хватает его никак. Так, окей, друзья, мы выполнили это баунти. И идем в крипты. Последний, да? А что у нас там? А у нас там Леорик. Да? Да. А вот у нас, кстати, ты обратил внимание, постоянно такая... Одно из пяти баунти на акте, это обязательно на босса. Да, друзья, видите, вот написано Kill, Skeleton King. Kill. Kill. Kill me. Потому что 5 миллионов прошибает с осколков нормально, мне это нравится. Но у нее что же там кулдаун? У кого? А, ну конечно, ну там... 15 секунд, в принципе, фигня. Not ready yet. Бам. Так, здесь можем посмотреть ролик, но мы не будем его смотреть. Какой ролик? Ну, где там из меча. Это элита? Задумался, я его вообще смотрел. Слушай, да, там вот за дверью, а мне и двери не открыть. Сейчас. Пока попробую. Столбы не разобьем, видимо... А, нет, ты открыл. Не, откроются. Это в этой самой, в компании. А я уж было думал, что это такая подстава. Элитка дальнобойная стоит за дверями, за которую не зайти. Меня заморозит, что ли? Слушай, только что что-то взорвалось, да. Не знаю, я не заметил. Слушай, как-то живенько, да? Нормально пошло, да. Вполне себе. То есть, как бы купол на самом деле неплохо. И волк твой. С бафом. Но он вместе, видишь, очень хорошо работает. Мы просто успеваем распылять эту элиту за время купола. 948. Слушай, там ДПС так скачет у меня круто. Мне нравится. А ты прикинь, сюда еще монаха. Ого-го, он нам будет стягивать все дело в одну кучу. Я буду ставить на это купол, ты будешь прожимать, и у меня уже прям мысли жих. Да-да-да-да-да, я про то говорю, что... А еще, эти, не забудь карандашики, потому что отказывается единственный наш человек с нами бегать. Из-за часовых поясов. А, ты про это? Да. Нам найти монаха, а как нам его найти? Увы, пока что никак. Открываем конкурс! Юху! На монаха!
Шутка. 70 уровня, да? Да ладно, мы вроде и так неплохо. Да нормально, нормально, нормально. Слушай, я здесь стою, что-то болтаю, рассуждаю. Жень там уже улетел. Я думаю, что-то как-то я долго их распиливаю, думаю, кого-то не хватает. Ловушку понаставил, какую-то штуку мне выкинул. Прикольную, желтую. О, липчика. То есть мы заходим, морозим, ставим купол. И главное лучше не стоять вот так вот. Кстати, там экстрахаус у нее, да. Угу. О, мама мия. И не вылезти отсюда никак. Ить. Блин, слушай, они зажали прям. Да знаешь. Ну а тут место просто очень узкое. Знаешь, что хилинг тебя. Подожди, деточка, сейчас мы тебя полечим. Тебя тоже уговаривает? Угу. Меня тоже. Please me help. Да, heal me, heal me. Было бы чем тебя хильнуть, давно бы хильнул. Слушай, обрати внимание, что. А, нет, все правильно. Не буду. Не надо. Все нормально. Все, что я хотел сказать, это все окей. Заходи сюда, заходи сюда. Застрял там непонятно где. Ты мне? Нет, ему. А, да, купол не перестакаешь просто так, потому что кулдаун у него 15 секунд. Была легендарная что-то там, которая позволяла тебе его перестакивать. Мне кажется, есть любая легендарка, которая что-то сможет позволять делать. И это круто, друзья, на самом деле. Круто. Так, здесь нам нужно... А что нам здесь нужно? Вообще, зачем мы туда пришли? Пошли назад. Почему? Нам нужно скелетона убить. Боюсь я его. Да не бойся. Чего бояться-то? Он у меня похоронил моего первого ДХ на хардкоре. Я его боюсь с этих пор. Я не трус, но я боюсь. Я, конечно, понимаю, что ДХ там только вылез и в наглую полез непонятно куда, непонятно зачем. Но было все равно обидно. Ах, извини, конечно, Лёрик, но походу без шансов. А я вот что-то смотрю, у меня почему-то перестала восстанавливаться концентрация. Я вот не совсем понимаю, что я такого изменил и что я забыл. Он ушел, а я... Ну что ты изменил, значит, смотри, в обилках уронов. Точнее, она восстанавливается, но так вяленько. Весьма, весьма, весьма. Кстати, когда ты выпускаешь этого самого волка, у меня вешается баф, но на бафе нарисована ворона. Ну, в смысле, это ворон. А, ну это потому, что у меня на самом обилке, ну, у нее иконка в виде ворона. Ворон, да, да. Забавно. Сколько? Она и у меня вешается в виде вороны. А действует он там сколько секунд? Секунд 10, 10. Да? 10. Ты куда ты пошел, ты дружок? Ну слушай, у него лярд. Ну мы тоже не лыком шиты. Прожми сейчас этого самого волка. У меня его нету. А, 30 секунд найдет. Я его по кулдауну, в принципе, прожимаю, поэтому. Какая разница, он сейчас будет плюс 30 к урону или через 5 минут? Да я по цифрам хочу посмотреть просто. На. О, слушай, да, 843, то есть она апает там вообще нехило под куполом. Че, ушел что ли? Да я и отсюда в него постреляю. Да, тут все, он уже все сейчас кончится. А, ура. Один топор аж отлетел куда-то в сторону. Слушай, не знаю, у меня выпал я белый пенетратор. Пенетратор. Что-то хочет. Да нет, ничего. Это так, 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 так. Так, мы пенетратор. А чего тебе не нравится? Нормальный пенетратор. 672. Да. Так. Наверное, я его даже в сундук уберу, потому что, по-моему, одноручного арбалета белого у меня нет. Да, у меня его нет. На. Только я успел чуть-чуть убрать.
И ничего. Одна желтая. И все. Так, да, друзья, мы получили Хорядрик Кэш. Причем так, детство чистое описание у него, ничего нету. Хорядрик Кэш. И все. Аккаунт баунт можно продать за одну монету. Виндору. Да. Он рад будет, наверное. Безумно. Безумно. Так, ну, в принципе, тоже ничего такого не выпало. А ключ от рифта упал. Кольца. Кстати, смотри, что упало. Ну, в общем, эссенция старая. А, бывает, бывает. Причем, как правило, с боссов. Да, бывает, с боссов падает, в частности. Ахахахахо. Сферу хочу, на самом деле. Хочу сферу. Я уже говорил, что я хочу. Я много чего хочу. А ты, кстати, куда пошел? А я пошел ключника убить. А, угу, точно. Пойдем, убьем. О, кстати, Жень, упал этот самый все-таки свиток с баунти, получается. Ну, вот я и говорю, что он падает с определенным шансом, но падает. Ну, это про это, друзья. Свиток, который бафает у вас. Дайте мне его, дайте. Ты его сначала догони, чтобы под него купол поставить. Да ёшкин кот. Он противный все-таки, а. Стой ты. Вот так вот, поехали. Бежал все-таки. Ну ничего, сейчас мы тебя догоним. Ох, там элитка и бычки. Он знал. Еще почему бычки в щитах. Сейчас меня вышибет точно, да. Есть. Там что-то я прям вообще подсел. Слушай, а там дерево снизу пришло. Вот надо их, короче, сейчас убить будет. И желательно мне увидеть, куда хотел бежать, потому что я вообще там бежу, чего вот. Так, бычки, давай вот этих завалим хотя бы. Деревьев, потому что с ними будет тяжело. И бычки, так, заморозка, быстрей. А, они еще и с фиром. Гадость какая. Брось бяку. Да что ж такое? Нет, у меня положительно перестало хватать концентрации. Ай-яй-яй-яй, убежать. Ну смотри, может быть, я там что-то поменял. Я вроде ничего не менял, не могу понять. Единственный вариант, что может быть из-за купола выше скорость атаки, и я ее сливаю хатер слишком быстро, не успевая его восстанавливать. Ну, не особо, вот это может быть. Там всего лишь 10%. Неужели так влияет? Не всего лишь. Ну давай попробую не ставить купол, посмотришь, ну не знаю. Но без купола она держится дольше, да. Ну, ладно, посмотрим. Не знаю, в общем, надо тестировать. Так просто сейчас не скажешь. А здоровье так у него улетает. Приятно быстро. И не побегаешь особо. А, есть ключ, костей. Один. Да, один. Ну, слушай, хороший баунти получился, такой быстрое. Так и они должны быть. Это не бегаешь за каждым когда мобом. Mm-hmm. По всей локации. Кстати. Где это моб? Без мейнсата, ну просто 43% дамага. А мне только что трифектные выпали, но без вообще ничего. А, я их распылил уже. Я еще посмотрел, там очень забавные были перчатки, в которых три основных статы, и все три у них были. Это был крит шанс, крит урон и скорость атаки. Забавно. Но больше ничего не было. Так, нет, сталкер стоит. Что же я же такое же поменял-то? Даже не знаю. Все вроде как и было. А мы в домике. 674, а без него... Гранаты поставил, ладно. Не те. Пробую вот эти. Хотя откуда они мне могут, непонятно. Так, ну что, давай завершим видео. Друзья,
Мы вам говорим большое спасибо, что вас смотрели. Подписывайтесь на канал Диабопедия. И до новых встреч. Удачи.